Всем привет! Сегодня мы установим регистратор TI-ICE, который идет к магнитолке TI-ICE. Хотя он стоит 4500, но упаковочка тянет на червонец прям. Купили мы флешечку сразу скоростную. Класс, а тут даже у нас гарантия, да? Брали на Озон. Вот. И внутри что у нас лежит? Сам регистратор вот такого типа. Здесь отдельно у нас кабель, чтобы мы его протянули без всяких проблем. То есть мы клеим сейчас регистратор, а затем протягиваем кабель. Вынимаем нижние заглушечки. Теперь чисто тянешь и все. Ну, да. А теперь всю магнитолу. И вот она магнитола так снимается и все. Вот и все. Так. Значит, ну все, нам в принципе больше не надо. Нам нужно понимать, подключить, да, чисто ее сзади. Да, подключается она. Получается, вот это у нас питание, да? Да. Она получается у нас вторая. Справа, и вот мы снизу надо зажать там, и вот вынимаем. То есть вот вытащил, двойной, да, родной USB вот этот мы вынимаем, да, и у нас остается, и у нас остается один USB теперь, а второй идет USB уже на сам регистратор. Все, да, вставляй теперь во второе гнездо. Вот она. Давай. Так. То есть продеваем мы из-под бардачка, то есть у нас здесь остается. А вот эту часть мы по периметру сейчас проложим. Ну, в принципе, все. Можно уже все на место. Защелкиваю. Сразу, чтобы лишнее у нас не болталось. Ничего. Удобно, что разбирается без всяких там отвертков. Да, без болтов. Без отвертка, болтов. Все. Угу. Опа. И с левой стороны. Есть. Справа мы вот эту часть отщелкнули и получается вот за бардачком просунули вот сюда. Теперь идем по стойке. Резиночку отодвигаем и пошли вверх. Клеим. Сейчас посмотрим. Включаю ее на магнитоле. Да, блядь, нарываться. Смотрим, камера уже заработала, но мы сейчас обновим программку. Сейчас раздачу включим с интернета. Вот. И приклеим, чтобы нам сразу посмотрим, в каком месте лучше. Ну, лучше клеить куда-нибудь сразу, чтобы он не грелся под вот эту шелкографию. А потом уже весь этот шнур, остаток, спрячем за потолок. Ну вот, в таком положении, думаю, отлично, да, смотрится. Номера все видно на машинах. Да. Итак, мы зашли в магазин TI-ICE. Именно вот здесь. И здесь скачали DVR. То есть до последней версии. В общем, самое главное, чтобы у вас стояла 2.4 версия. На ней ничего лагать не будет. До этого у нас он работал с рывками. А сейчас, вот видите, человек идет, все плавно, все нормально. Вот, все работает. Ну да, деревья колышутся, сейчас все видно. Определяем полосы, звук, ага. Подтверждение. Осталось теперь магнитолу натереть. Только не на весь экран почему-то. Дай бог. Не, номера глянь. Не, хорошо все видно. Номера видно. И вот вы, получается, можете сами вытащить отсюда карточку памяти и посмотреть, снять файлы, да, отсюда. Да, если поставить здесь справа, будет уже неудобно. Тоже, да. Я поэтому сюда приклеил, получается. А он вообще, оказывается, снимается в левую сторону, так что можно было сюда приклеить, чтобы если чего снять. Ну, для чего снимать, если главное, что флешку можно достать, саму карту памяти. В общем, будут вопросы, задавайте в комментариях. Всем удачи, пока.